Государственную премию коллектив ученых-историков получил за фундаментальное издание «Археологическую карту Чувашской республики». В ней нашли отражение все известные археологические памятники, выявленные учеными и краеведами с середины 19 до начала 21 веков. Авторы-составители Евгений Михайлов, Борис Каховский, Николай Мясников, Наталья и Александр Березины. В недрах Чувашии почти нет полезных ископаемых, зато исторических памятников сколько угодно. За 150 с лишним лет наши ученые провели на территории республики множество раскопок, которые подтвердили интересные, порой невероятные теории. Знаете ли вы, что самые ранние из найденных поселений относятся к ледниковому периоду? Самый древний памятник на территории Чувашской республики датируется примерно 12-14 тысяч лет. Это эпоха финального палеолита. То есть это конец ледниковой эпохи. Это время, когда еще жили мамонты, и в этот период под городом Цивильском, где-то примерно в 1 километре от него, в местечке Шолма на горе, нами найдена стоянка охотников того времени. Это интересная эпоха тем, что мы можем увидеть первых людей, заселявших нашу территорию. Еще одно важное открытие, сделанное в 60-х годах прошлого века Василием Каховским, Чебоксары как минимум на 230 лет старше своего официального возраста. Мы считаем по первому летописному упоминанию, между тем материалы раскопок свидетельствуют, поселение городского типа существовало на берегу Волги уже в 12 веке. Эти и другие факты такого непредсказуемого прошлого можно узнать из археологической карты Чувашии.